Результаты есть, и о них стоит говорить, подчеркнула министр образования и науки Наталья Семенова на встрече, посвященной итогам 2019 года. Область активно участвует в 7 проектах, входящих в нацпроект «Образование». В прошлом году на реализацию проектов мы получили чуть более 500 миллионов, в этом году более 700 миллионов. Но и это еще не окончательная цифра, потому что мы продолжаем участвовать в конкурсах. Я думаю, что эта цифра достигнет миллиарда. По словам руководителя ведомства, в Ульяновской области продолжается строительство школ. В сентябре была сдана школа в Барыше. В настоящий момент идет активное строительство начальной школы в Тереньгульском районе. Также строится учреждение в микрорайоне Центральном в Новом городе. Сейчас завершилось строительство технически в микрорайоне Репино на 1100 мест, школа с бассейном. Все оборудование заказано, мы ждем поставок. Говорю о техническом завершении работ, поскольку следующий этап – это лицензирование. Сейчас готовятся документы для получения лицензии, и в первом квартале следующего года мы лицензию получим, и детки, ну, примерно ориентировочно в марте месяце смогут уже зайти в эту школу. В бюджете региона на следующий год вновь закладываются средства на ремонтные работы в школах региона. Первой на очереди стоит Ульяновская школа номер 43. Ремонтные работы на этом объекте будут проводиться на федеральные и региональные средства. Сейчас школа является подразделением школы номер 34. По словам Натальи Владимировны, после завершения ремонта учебное заведение вновь приобретет свой самостоятельный статус. Ремонт 43-й школы будет завершен в 2021 году. В рамках федерального проекта «Современная школа» в регионе создали 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В следующем году будет создано дополнительно 42 центра. На площадках проводятся занятия по IT-технологиям, медиатворчеству. Следующий проект – «Учитель будущего». В его рамках будут созданы Центр непрерывного педагогического образования и Центр независимой оценки компетенций. А в начале этого учебного года в регионе был принят закон о статусе педагога, который предполагает финансовую поддержку опытных учителей. Аналогов такого закона нет. Закон определяет в том числе и статусы учителя. Мы вводим учитель-наставник, учитель-методист, учитель-исследователь. В настоящее время завершается разработка подзаконных актов. До конца декабря эти подзаконные акты выйдут. К слову сказать, инициатива Ульяновской области была рассмотрена на федеральном уровне, и региональный документ ляжет в основу разработки федерального закона. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.